чем обычно, и одноклассники, друзья. Нет места праздным неприличным. Вот там, как будто дома я, там чтят Христа и Божью Матерь. Молитва помогает жить, учит друзей не предавать нам, врагов и недругов любить. Мы помним, кто такое вера, и учимся добро творить, веселье, игры, знамеру, минуты каждый дорожить. Там нас накормят и согреют, и всем нам школа второй дом. Бежим из дома мы скорее в то место, где почти живем. Учителя родные люди, готовы к нам всегда прийти. Мы никогда их не забудем на нашем жизненном пути. Хочу сказать, что эта школа немного важного дала. Другой такой на свете нету, по крайней мере для меня. Если звезды горят, значит, это кому-нибудь нужно. Так известный поэт Восхищенный когда-то сказал. Наши звезды очень ярко, красиво и дружно горят. Поэтому так торжественно светил и праздничен зал. 25 лет нам уже! 25 лет гимназии нашей! Для всей Вселенной немного, всего лишь начало пути. А для школы все это большая дорога, мы скажем, 25 лет, по которой во взрослую жизнь нам идти. Мы за эти года научили всему и помогу, от предметных наук до науки трудиться, дружить. Мы с тобой научились ценить своего педагога и гимназию нашу родную всем сердцем любить. Уважать, помогать, веселиться, творить, созидать. Нас всему учат здесь, потому мы сюда так спешим. С юбилеем, гимназия! Все мы тебя поздравляем! Долгих лет и побед! Пожелать тебе очень хорошо!